Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня будет видео фильм ужасов от Эллочки. Сегодня будет, что хочу сказать, кто брезгливый, кто не любит фильмы ужасов, впечатлительные люди, беременные, дети, желательно не смотреть. Да, еще мужчины, которые будут там смотреть, ты там не так правильно сделала, да ты не то, да это я... Помню, как я щуку показывала, как я разделываю. Так что сейчас будет... Я готова. Готова. Давайте. Вообще, это как бы... Знаю, что мужское дело. Вот. Но сегодня будет разделка глухаря. И не только. Еще будет разделка глухаря, тетерева. Ну и, конечно, это копалухи. То есть, жены копалухи. Обычно они копалух никогда не стреляют, потому что что-то какое-то у них там поверье, все. А в этот раз он приносит мне копалуху, я говорю, а что вы ее-то? А он говорит, да она была первая, вот. Обычно они там первую что-то там убивают, все. А потом копалух они не это, ну что-то у них какое-то то ли поверье, то ли, я не знаю, то ли нельзя, ну вот. И как раз это, вот, и принес. Я же... Ох, что ж я маленький не сдох. И никто б не мучался. Принес он, я все время говорила, а что ты мне не принесешь там? Сегодня он мне принес. Но я ж не думала, что он мне принесет их с перьями. И когда я ему сказала, не надо, забираю, он говорит, мам, куда я их дену там? Я уже все пораздавал, там все, ничего их выкидывать. И ходца мне или не ходца, но мне сегодня придется это делать. Так что все, кто хочет смотреть фильм ужасов, поехали! Так, ну вот, мои дорогие, приступаем. Нет у меня ножа охотничьего какого-то, какие там показывают. Я, прежде чем его разрабатывать, разделывать, я, конечно, насмотрелась в Ютубе, как, что. Делаю это первый раз. Надеюсь, это будет последний раз. Вот, у них там у всех крутые такие ножи. У меня самый обыкновенный нож. Заточила я его на своей ножаточке. Ну и, как говорится, нужно найти там что-то. Ой, какие у него лапы. И... такие. Скажу. Смотрите. Как моя. Вот. Да, он 4300, кстати, взвесили его. Такой... В общем, нужно найти, хватит ли у меня силенок, что-то здесь найти и кожу отрывать. Да, я пакет не взяла. А, он, кстати, так надорвал его, и он снимается. Сейчас я пакет возьму. Интересно, я снимала или не снимала? Как я, наверное, я только говорила и не снимала. Ну ладно, покажу потом, как буду эту копулуху. Я, значит, снимаю, думаю, все снимается, а тут ничего не снимается. Ужас. Так, крыло такое. Такие острые, говорят, когда у них брачный сезон, они отгоняют этих глухарей, дерутся вот этими штуками. О, крылышко какое. Да уж. Если бы я когда в жизни думала, что мне придется разделывать глухаря, и если бы мне это кто когда сказал, жизнь не поверила. Ну, в продолжении теперь самая главная разделка. Как-то там со спины. Видно или нет? Со спины, вдоль шеи. Как-то вот так. И так.
кишки. Так, кишочки вытаскиваем. Запашок такой французский аромат. Так. Не хочу я печь, с печами возиться. Это же разделка не по-ивенски, а по Элочке. Да, такой этот, как его, пупок-то называют, желтый пупок. В общем, разделывать его можно. Так. Ой. Сердце такое. Большое. Ну, легкие там что-то. Так. Здесь прочистили. Так, здесь шея остается. Здесь все промоется. Так. Это Виттгенштейн. Виттгенштейн. Так, нужно вспомнить молодость. Как меня учили когда-то разделывать пупок. Вот так, по-моему. И выворачиваешь его. Сколько там всего наел. Ой, камни, слушайте. Камни и трава. Потом горячей водичкой и смыть. Камней сколько много. Ну вот, мои дорогие, грудка. Такая, ух! Это вот где крылья. Ну, вот эту шею я знаю, что мы есть точно не будем. Сердце в сердце вообще такое. Ну, смотрите, как кулак мой. О. И, ну как этот называть, пупок этот, что ли? Вот. Теперь мне еще нужно осталось разделать кого там. Копалуха и Тетерев. Так что вот так. Вот видите, куда мы попали. Вот. Ну что, глухаря разделала. Теперь буду разделывать копалуху. Она такая красивая, конечно. Ой, зараза. Такая вообще. Ну ладно, что, приступаем. Тоже ищем здесь на животике. Так, оторвать, чтобы вместе с кожей будем ее. Видите? Вот. Она хорошо отходит. Сразу сюда. Отлично так снимается. Теперь как-то ее нужно разделать. Надрезаем вот здесь у горла вот так. И с другой стороны у горла. Я, кстати, знаете, что думаю? Я-то посмотрела, как разделывать этого глухаря. Но я думаю, это его жена, думаю, наверное, так же, даже не посмотрела. А может, по-другому? Да не, вроде все одинаково. Вроде все одинаково. Тоже этот пупок. Так. Сердце, легкие. Легкие мы не оставляем, мы не едим. Там тоже будут комментарии. А, не целеобразно. Там ты. Все нормально, все окей. Я же сказала, ну, внушительно мне смотреть, что фильм ужасов. Так что
кишочечки вот сюда. Шею мы не едим. Так. Так. Кровянистенькая она. Ну, вот эта вот часть, эти эвенки, или как их, эвенки, они вот эту часть всегда детям дают, потому что это самое, как у курицы белое мясо, так вот это вот, видите, оно такое красное, как говядина. Дубль 3. Это куропатка. Ой, не куропатка, а как же ее? Тетерить. Это тетерить. Тетерить. Начинаем. Дубль 3. Так, он, по-моему, с головы делается. Сейчас что для облегчения обрежет. Здесь крылья. Так. Так. Теперь берем с головы. Сейчас. Так. И вот так с головы разделываем. Как бы раздеваем. Тоже красненькое мясо. Так, сейчас я обрежу лапки. Так. Тоже такой. Смотрите. Тетерев. Ой, да, тетерев. Так, и раздеваем. Мои дорогие, вся моя разделка, тетерев, кополуха и глухарь. Вот, у всех выходные как выходные, а у меня всегда вот так. Это еще не все, у меня еще муж с рыбалки приехал, там покажу сейчас рыбку. А еще я не знаю, на что у них есть разрешение, на что они купили лицензию. Там, может, на кабана, может, на медведя или на лося, кого у них там есть разрешение. Если в следующий раз словят, привезут мне там, например, кабана, ну, покажу вам, как я разделываю кабана. Или же там лося, как я разделываю. Ну, а что? Мама все может. Так что ждите, как я разделываю медведя, карася, лося. Не судите строго. Первый раз вообще. Так что как-то вот так. Ну, сейчас покажу вам рыбку. Вот мне еще ее чистить. Вот. О, ну она такая большенькая. Сейчас посмотрим. Так, здесь 271. А, сейчас уберем тару. Вот по нулям. Ну, такая большая. Господи, сейчас. Вот одна рыбка на 548 грамм. Две рыбки. Оп-оп-оп. На 933.
Ого, это надо так, вот это здоровело. Это, наверное, грамм 600, если не килограмм такая. Смотрите, с чайника, выше чайника. Так, сейчас, вот смотрите, 933. Ой, ой, сейчас слетит. Сколько там? Кило 400. Спотень падает. Кило 476. Ну, как-то вот так. В общем, это, ого, вот это вообще здоровенное. Сейчас взвесим ее одну. О, она одна на 835 грамм. Хорошенький. Слушайте, он их утром ловил. Сейчас 10 часов вечера. И она еще это, смотрите. Вот они живучие. Ой. Ну, вот, мои дорогие, показала вам свои прекрасные выходные. Еще мы сегодня с тетей Зоей наделали аджики. Так что день прошел. Во! Ну, если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Если не понравилось, как хотите, подписывайтесь на мой канал, на мою группу. В общем, где меня найти, там в инфобоксе есть. Вот. Ну и ждите видео с разделкой, наверное,